Доброго вам здравия, друзья! С вами я, Метатрон, и сегодня, в этот замечательный день, я хочу поздравить всех радиолюбителей нашей большой страны с праздником! Сегодня, 7 мая или 25 апреля по старому стилю, в 1895 году русский физик Александр Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. Друзья, желаю вам чистого эфира, спокойного белого шума и никаких помех. Всего вам доброго. С вами был я, Метатрон, 5573.